Мастер своего дела. Так можно сказать о многих достойных специалистах. И именно таких профессионалов мы ищем, когда нужна помощь, особенно медицинская. Сегодня мы хотим рассказать о тех, к кому обращаемся в самых экстремальных ситуациях. Падение с высоты, когда было у нас по адресу Айтматова, вызов по адресу Бухаржова, 42. У нас был ребенок двухмесячный. В памяти Шукана Мирзабаева десятки таких случаев. Все до мельчайших подробностей. Работал на вызовах первой и второй категории срочности. Это когда скорая должна приехать максимум за 15 минут. Зачастую решения приходится принимать за секунды, и это должны быть верные решения. Нам сказали, что ребенок не дышит, уже синий. И когда мы прибыли, мама такая запуганная, бежит по коридорам. Была клиническая смерть. Реанимационное мероприятие длилось до 10 минут, и у нас была успешная реанимация уже. Этому малышу уже 2 года. Шукан Мирзабаев знает, как живет спасенный мальчик. Теперь мужчина обучает врачей и всех желающих навыкам оказания первой медпомощи. Если вы сами обучитесь, вы будете знать самому родному, близкому человеку, как надо оказать помощь, то призвать скорую помощь. У нас есть такая поговорка: теория без практики мертва, практика без теории слепа. И теорию тоже надо знать. Вы без теории дальше не пройдете. На счету Булата Тайбекова десятки спасенных жизней и сотни людей, которые благодаря ему избежали серьезных травм и инвалидности. Долгие годы он работал врачом неотложки. Умеет оказывать первую помощь не только на земле, но и в небе, при несчастных инцидентах во время полета. Пользуясь случаем, мы взяли у него мастер-класс по оказанию помощи при кровотечении из конечностей. Вам нужно зажать рану. Конечно, желательно использовать перчатки по возможности. Если это нету, берете кусок чистой ткани или бинт и зажимаете рану. В следующий момент нужно наложить давящую повязку. Бинтовую или из подручных средств. Поверх можно наложить еще одну повязку. Если кровотечение не останавливается, то жгут. Его вполне может заменить прочная ткань, ремень, либо веревка. Жгут накладывается на несколько сантиметров выше раны. Желательно остановить кровотечение первым же натяжением тура. Критерием эффективности наложения жгута будет являться остановка кровотечения. В жизни наших героев было много ситуаций, когда они оказывали медпомощь, будучи не на работе. И даже сейчас, обучая других, они продолжают свое благородное дело, спасают людей. Амина Манаева, Асет Нургалиев, Первый канал Евразия.